Сегодня нас ждет необычный ролик. Ну, хотя как? Ну, как всегда, опять же, блин, необычный ролик, на деле выходит так, что он становится обычным. Потому что открываю два набора, достаю персонажа оттуда, подбираю одного персонажа, создаю команду, играю жесткую битву. Вау, как гениально. Но на деле так и будет. Сегодня мы откроем два набора за 150 душ и поставим одного персонажа. Создадим просто супермасштабную команду, которая будет всех рвать. Я надеюсь, в этот раз я наконец-таки проиграю. Потому что я ни разу еще не проигрывал жесткую битву в своих же челленджах. Ну, надо наконец-таки это сделать, серьезно. Я не знаю как только. Всем привет, вы на канале Steven Games, а я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile. Ну и что ж, мы начинаем. Рекомендую покупать персонажи и игровую валюту только на сайте proseller.org. Ссылка в описании под этим роликом. Ах да, ребят, совсем забыл вам рассказать, что на протяжении 7 дней на ProSeller идет акция, и когда вы приобретаете любое количество душ, оно удваивается. Промокод будет в описании под этим роликом. Заглядывайте на сайт, приобретайте души и получайте самых крутых персонажей. Да, ребят, в этот раз я наконец-таки решил всем угодить, потому что поменял камеру, поменял звук, и на деле сейчас все должно быть в разы лучше. Смотрите, она не лагает, клево. Блин, прикольно. В этот раз все очень-очень круто. Ну что ж, давайте попробуем сейчас открыть два набора за 150 душ и посмотреть, что же мне выпадет. Я надеюсь, там будет эксклюзивный персонаж. Но только не чернокнижник Кончи, потому что он мне уже выпадал в предыдущий раз. Если он мне выпадет в этот раз, это будет как-то странно. Я уже за него заколебался играть. Он мне достаточно часто выпадает. Успокойся, чернокнижник Кончи. Успокойся, связанный демон. Все, хватит. Нам больше не надо. Нам достаточно четвертого, то ли третьего слияния. Так, смотрим, что же здесь за персонаж. Смотрите, не прокачанный, зараза. Ах, и да, самое главное, что я хотел бы сделать. В предыдущий раз я не заметил, что полоски, которые были сверху со здоровьем, их каким-то образом отрезало. В этот раз такого не будет. Я это все исправил, поэтому вы будете видеть достаточно интересный и красивый ролик. Поэтому, извиняюсь за предыдущий раз, такое иной раз случается. Ядовитый рептилий, отличный персонаж. Блин, 27 уровень и 8 либо 9 слияние. Давайте посмотрим. Какое же слияние? Девятое слияние, ядовитый рептилий. Ух, я уже чувствую, команда будет жесткая. Что ж, еще один набор открываем за 150 душ. Это мощно. И сейчас чернокнижник Кончий выпадет. Вот я вас уверяю, он каждый раз выпадает. А вот даже намек демонический что-то там выпало. В общем, это 100%. Блин, а как можно сделать так, чтобы это... Я не знаю, две рептилии выбрать? Да без проблем, я-то могу, это не проблема. Как бы две рептилии, так две рептилии. Я просто выделюсь, скажем так. Поэтому что ж, давайте собирать команду к этим персонажам. Ну и посмотрим, на что они способны. Я надеюсь, они способны на многое. Ну что ж, ребят, мне выпало две рептилии. Я не виноват. Приходится играть вот такой вот странной достаточно командой. Ядовитый рептилий и Китана Скорбная. Классная тима получается. Вот это да. Мне кажется, жесткая битва ей будет пройдена просто на ура. Что ж, давайте оценим самих персонажей. Рептилия. Молот гнева, таркатанское кимоно и бледная татуировка. Плюс 30% к урону от кровотечения яда для всего отряда. Неплохо. Сам себе будет помогать. И Китана Скорбная. Вот такой вот персонаж я поставил благодаря тому, что у всех представителей внешнего мира в отряде начинает одно очко силы. Я так и сказал, неважно. Боевой нож, маска драмина и связанный демон. Я даже и играть, мне кажется, не буду. Ну и как вы думаете, что у третьей ядовитой рептилии, точнее у второй, наверное, все то же самое, что и у первой. Поэтому что ж, бой в сети, жесткая битва. Это самый странный ролик, серьезно. Я даже назову, самый странный отряд, которым я когда-либо играл. Два персонажа одинаковых, один нет. Ладно, что ж, супер, бой. Дженни Кейдж, первый персонаж. Я надеюсь, что мы его одолеем быстро, потому что в целом не стоит переживать, команда изичная. Победим ее очень быстро, поэтому начинаем. Главное это начать, все остальное не важно. Так, спецприем второй, сразу же, бах, готово. Ну, знаете, то, что он сейчас сделает, не особо выглядело круто. Я тебе сразу скажу, я даю рептилия, мог лучше постараться. Ну ладно, как есть, так есть.
Так, спецприем второй снова. О, тише, тише, тут Рейден выскочил. Опасность, опасность. Так, нужно что-то делать, хорош. Нет, он схватил меня, но ничего страшного. Мы как-нибудь переживем. Мы снова его начинаем травить. Ну просто все, Рейден поплыл. Интересно, а если мне сейчас карточку впаяет, у меня сразу два персонажа отключатся? О нет, один рептилий сменился на другого. Как такое возможно? Соня, как ты это сделала? Она, наверное, сейчас в шоке. Что происходит? Я рептилию ликвидировал. Ядовитого. Точнее, ликвидировала. А тут снова рептилия. О, я не на ту клавишу жму. Я думаю, что я не блокируюсь. Я, оказывается, не на ту клавишу жал. Эх, марафон Injustice, он мне все попутал. Ну ладно, у меня просто блок стоит на марафоне немного другой. Ну да ладно. Да тише ты, женщина, успокойся. Я-то думал, даже ею играть не буду, а ты тут мне разносишь всех персонажей. Успокойся, блин. Победа? Это только первый бой был, мне уже вынесли одного рептилия. Это странно, но ладно. Главное то, что мы выиграли. Так, спецприем 2 в начале, это, конечно же, хорошо. Интересно, если взять сразу же 3, получается, скорбных титана, это получится X-Ray в начале боя у каждого персонажа или нет? О, Люкан, Темный Император, скорбная китана, ты сливаешься в начале. Извини, я тебя сразу же ликвидирую. Потому что зачем женщины в команде? Странно очень. Ладно, шутка, девушки в команде нужны, все нормально. Так, что ж, смотрим. Воу, опасность, опасность. Блин, меня отключили снова. Я теперь не могу снова рептилиями воспользоваться. На, получай 15%. Мне этого достаточно, чтобы одолеть тебя. Ах, ладно. Ну, еще истощение плюс, пускай будет. Я ж не против, я только за. Я тебя ликвидирую сейчас просто китаны. Честерфайлд. Не знаю, почему именно такой ник Честерфайлд? Я даже до ников докапываться буду. Что это такое за фигня? Что это за странный ник? Ладно. Получай, Честерфайл. Вот так вот. Хорош. Так, ставим снова блок. Воу, тише, 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 тише. Кенши выскочил. Это уже опасно. Ах, блин, мог спецприем второй использовать. Все равно какая разница. Одинаково ж получилось бы. У меня ж стоит не скорбная татуировка, а бледная. Скорбная татуировка у меня стоять не скоро, мне кажется. Хотя, кто знает. Вдруг скоро и скорбная татуха начнет проявлять себя. Так, давай, отлично. Блок хорош. Воу. Воу, 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 воу. Так, блин, да нет, нет, ну что ты делаешь? Ну серьезно, что ли? Я блок просто так ставлю. Да прикончи ты его, наконец-таки. Блин, бесит меня персонажи, когда вроде не должны побеждать, а побеждают. Эх, такое невозможно. Вот так вот, отлично. Воу, воу, опасно. Нет, тише ты, блин, да что ж ты делаешь? Зараза-то какие, мне сейчас всех персонажей повыносят, я даже не сумею победить. О нет, все, все, это проигрыш, ребят, я чувствую проигрыш. Он очень близко. Потому что спецприем 2 сразу же уперс. Ох, фу, хорошо. Мне даже как-то легче стало. О нет, 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 только, пожалуйста, не щит. Только, пожалуйста, не щит. Спасибо за то, что щита практически не было. Отлично, заплю ее. Заплю. Блин, ну снова щит, все. Да, все, это ликвидация. Нет, у меня тоже сработал щит. Давай, давай, давай. У тебя получится, это победа. Отлично. Блин, мы еле-еле держимся. Серьезно, я не ожидал. Это только второй бой, кстати, был. Не знаю, что будет дальше. 3680 очков, хоть я их получаю, но это мне не помогает особо. Блин, дальше еще жестче команда. Вот сейчас я, наверное, челлендж свой проиграю. Два рептилия ядовитых, это, конечно, топовая команда, но не настолько, насколько бы мне хотелось. Так, сразу же истощаем, пускай идет. Да, вот это истощение. Блин, кто тебе китана так научил истощать? Нужно получше, я не знаю. Хотя бы, хоть немножко проявлять отверженность, я не знаю. А, ладно. Сейчас все получится. У нас сейчас все получится. Так, рептилии, выходите. Вашу даму избиваю. Так, спецприем второй. Вашу королеву или как-то. Не, хотя это ж не китана. Ну, не суть, не суть. Хотя китана тоже в целом. Давай, вот так вот, все. Рептилия ликвидировал Шоукана. Вот это я понимаю, воу, вот это да.
Ты так больше не выпрыгивай. Да погодите вы, чего вы оглушаете меня? Дайте сменить перса. Этот еще и мячиками бросается. Вообще пофигевали. Страх вообще потеряли персонажа. Что они от меня хотят? Чтобы я их, блин, сразу же всех порешал. Не получится, я не настолько быстр. Дайте немного времени. Да сам ты, Сак. Вот так вот, отлично. Все, оскорбление сработало на ура. Давай, давай, Китана, у тебя получится. Первое истощение, конечно, косяк. Косяк косяком, к тому же. А второе он по тебе нанес. Молодец. Блин, откуда у него костяной щит? Так, главное блок сейчас не ставь. И все, это истощение, да? Отлично она справилась, молодец. Конечно, не с первого раза, пришлось немножко поработать над ней. Но все-таки это победа. Эта команда была не настолько дикая, как предыдущая. Вот предыдущую я практически проиграл. Собственный челлендж бы слил. Блин, такое невозможно. Я всегда придумываю челленджи, чтобы их выигрывать. А тут бы проигрыш был. Как такое вообще возможно? Так, ладно. Следующий бой. Здесь у нас Скорпион Порождения Ада, Рейден Бог Грома и Кейнша Одержима. Блин, классная команда. Я даже не знаю, что делать сейчас. Хорошо, смотрим. Воу! Воу, загрузка, клево. Все, отлично, спасибо большое, что ты прошла очень быстро. И мы сейчас добьем первого персонажа тоже очень быстро. Прогеймер написано. Отличный прогеймер, слил персонажа в самом начале. Ну, приблизительно, как и я. Я такой же прогеймер, наверное, как и этот чувак. Прогеймерство у нас в крови, мне кажется. Так, отлично, хороший прогеймер. Так, давай, давай, давай. Вот, травим дальше его просто. Не получится. О, ничего себе, получилось. Я не ожидал, если честно. Он, это прогеймер, он добил мне персонажа. Кстати, предыдущий, получается, прогеймер. Он не добил мне персонажа, а этот добил. Поэтому, блин. Он клевый, он крутой, но... Все-таки победа. Это была очень быстрая победа. Я не ожидал, если честно, такого. Мне повезло, скажем сразу. 32 секунды. Я в последний раз за 32 секунды даже уже не помню, когда побеждал. Воу, вот это еще один прогеймер, что ли? Кракен Рептилия 4 уровень. Линкуй вообще. Зачем бронзовый персонажа вместе с золотыми ставить? Что это за прогеймеры пошли? А хорошо, ладно. Может быть, так нужно просто. Я не знаю. Я не понимаю этих людей, что они хотят доказать вот этими вот отрядами. То, что у них есть прокачанная Таня, но нет никого другого более-менее прокачанного. Или в чем прикол этого отряда? Вот объясните мне, пожалуйста. Таня, извини, что я тебя быстро ликвидировал, но, к сожалению, я не виноват. Я не знаю, что это за команда попадается. Мне просто везет. Прогеймер, все дела. 13 секунд, блин, я в последний раз за 13 секунд команду лет 100 назад вливал. Ну, мне так кажется. О, еще один прогеймер. Блин, шестой бой вообще какой-то странный. Что это за отряды вообще такие? Я без понятия. А, ладно. Блин, почему я к одному нику докопался? Это странно. Вдруг этот прогеймер меня еще смотрит такой. Да, блин, ну прогеймер, я просто команда. Почему-то не особо про... Так, тише, тише, спокойствие. Я сейчас другого рептилию вызову. А ты хватит блокироваться. Ты не читери мне тут. Нет, ну зачем? Ну до конца боя мне ликвидировать рептилию. Ну, лучше бы это Китана ликвидировал. Нечестно, нечестно. Все. Иди вон отсюда. Так, хорош. Ладно. Сейчас разберемся мы с этим персонажем. Так, давай, давай, давай. Плюй в него как можно сильнее. Отличный плювок. Мне понравился. Так, сейчас в рептилию также харкнем. Давай. Вот так вот. Нацелились. Победа. Супер. Мне нравится. Прогейминг. Прогейминг, ребят. Хэштег прогейминг в комментариях под этим роликом. Ах да, лайк не забудьте. За такую игру двумя рептилиями ядовитыми это просто нужно сделать. Десятое слияние, как-никак. Воу, седьмой бой, супер, Люкан Темный Император, вот это прогеймер, Лексус, у него ник Лексус, или Лехус, я не знаю, Лексус, наверное, все-таки, это точно прогеймер, смотрим, о нет, истощение, все, меня вынесут сейчас, я уже чувствую, что я проиграл, хотя, знаете ли, пока что еще ничего не потеряно, мы не сдаемся, мы бойцы, это значит победа. Давай, вот так вот, отлично, проводим палочкой.
Далее еще раз источаем. Он блокируется, зараза. Ты че, вообще офигел? О нет, вот и прогеймер выскочил. Это странно, вообще урона практически не нанес. Так, стоп. Лексус, ты не оправдываешь мои ожидания. Я не знаю почему, но ты очень слабый. Так, далее спецприем первый. По-моему, здесь самый сильный, это темный император Люкан. Хотя его практически добили, как и мою Китану скорбную. Китана, не скорби, все нормально. Так, все отлично. Фу, хорош. Мы практически добили эту тему. О нет, Кунзынь, Кунзынь, пожалуйста, пощади меня. Вот так вот. Отлично. И плювок еще. От души просто. Хорошо. Победа. Блин, прогейминг, ребят, это победа. Я не знаю, каким образом. Это так угарно, серьезно. Я не знаю, почему мне смешно, но я чуть не слил во второй битве, но потом следующие пять были очень легкими. Как такое возможно, я не знаю. Это очень странно. Я снова прошел свой челлендж. Клево. Нравится мне это дело. День назад последний раз играл, это предыдущий ролик, если вдруг кто не понял. И сейчас я играю, вот 5 минут назад, вы посмотрите. Как такое возможно? Что это такое? Я не знаю, это странно. Очень странно. Какой рептилия наносил больше урона? Нужно провести статистику. 43 тысячи. Вот этот средний рептилий, он был лучше, нежели чем второй рептилия. Хотя, кстати, скорбная китана нанесла в разы больше урона. Супер просто. Ладно, давайте еще один бой выберем. А здесь сколько? 94 тысячи. Вот этот ядовитый рептилия лучше, нежели чем этот. Хотя они одинаковые, это по сути. Урона получено приблизительно тоже одинаково. Ну, кстати, Китана Скорбная мне достаточно сильно помогла. Отряд великолепный. Создавайте такую команду и тащите. Это очень легко и просто делается. Вот как-то так у меня получилось записать данный видос. И не знаю, понравилось вам либо нет, но я надеюсь, что понравилось. Я старался это как-то реализовать более-менее интересно. Я реально не ожидал, когда открою набор за 150 душ, то что мне выпадет два одинаковых персонажа. Но в этом-то, наверное, и фишка данного видоса. То, что мы поиграли двумя одинаковыми персонажами, Скорбной Китаной, и выиграли. И выиграли жесткую битву, хотя это было очень странно. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.